Паранормально, это когда люди всегда пишут там на потолке, на полу, на стенах, на телевизоре. Они везде пишут, даже на мире. Они как Чукси, что видят, то и пишет. Рафамант, он торгует музыкой и наживается на ней. Есть такие люди, которые очень любят грамм. Они пишут обо всем, что первое увидели, и все. И даже встречаются нехорошие слова. Но я не понимаю, почему они их даже пишут. Так зовут человека? И он живет на таком планете. Рафаманы еще очень любят рисовать, что могут зарисовать всю нашу планету. У них такая привычка. Рисуют. В космосе, там, например, на ракете или в самолете. На выключателях. Они всегда-всегда пишут. Если графоманы будут все разрисовывать, наша планета вообще будет цветная. Графоманы вот такие. А графоманка – это его жена. Надо попадать, надавать, а тогда не будут они писать.